эфире новости на Первом Благостном. С вами ведущие Андрей и Анастасия. Что интересного и благостного случилось в нашем мире? Ученые подсчитали, что люди с избыточным весом особенно радуются, узнав, что у них есть тонкое тело. О, интересная рекомендация по питанию. Дорогие девушки, если вам вдруг захотелось соленого огурца, а это пища больше в невежестве, не волнуйтесь. Любую пищу можно сделать благостной, добавив в нее молока. Андрей, раз уж мы заговорили о еде, арепа – благостная пища. Олег Геннадьевич, арепа. Да, я думаю, она благостная там. А сказка про репу? А вот сейчас и узнаем. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку. А вы сегодня за кого помолились? А вы знаете, что кошки отрабатывают карму 9 раз быстрее, а эстонцы 3 раза тщательнее. Очень полезное наблюдение. А вот еще новость. Общество защиты животных потребовало убрать из повести Муму сцены насилия. В новой версии бессмертного произведения Герасим утопил в реке свой новенький айфон. И трагедия, и ни одна собака не пострадала. Кстати, о собаках. В России наконец открылся центр йоги для собак. В нем под руководством опытных наставников вы и ваш питомец сможете изучить полный курс 8-ступенчатой каштанка-йоги. Политические новости. Специально для депутатов Государственной Думы организован отдельный фестиваль «Ла-ла-ла-гости». И в заключение финансовые новости. На связи у нас специальный корреспондент в Израиле. Андрей? Алло? Алло? Андрей? Алло? Анастасия? Андрей? Анастасия? Андрей? Хватит уже экрана. Создан новый паевый фонд повышенной надежности. Хранилище рациональных естественных накоплений населения. Сокращенно хрен. Боитесь за судьбу своих накоплений. Хрен с ними. Необычное название. А какие перспективы вы видите у акции этого фонда? Несмотря на прогрессирующую стагнацию рынка фьючерсов и возросшую волатильность всех коррелирующих производных инструментов, их ликвидность сохранится. Что он сказал? Он сказал, все будет хорошо. Первый благостный. До новых встреч! Наши благостные ученые сделали открытие, что в старину на Руси йога уже была известна. Итак, 16 век, палаты царя Ивана Грозного. Тадасана, поза горы, первая и очень важная стоящая асана. В ней нужно стоять ровно и подвижно, спокойно, подобно горе. Привести холопа! Артха Курмасана. Поза получерепахи. Тянем позвоночник, отводим колени, ладони плотно прижаты к полу. Удлиняем бока туловища.
Ты по что брок не платишь, собака? От хромухи, шванасана или собака, смотрящая вниз. Тянем позвоночник, пятки прижимаем к полу. Как ты смеешь царю срам казать? Утхва, мухва, шванасана или собака, смотрящая вверх. Прогибаемся, растягиваем переднюю часть туловища. Погано прогнул. На кол его! Окончательно вытягиваем позвоночник от креста до макушки. Довольно историей, и возвращаемся в наши дни. Значит так. Весна, Анапа, благость, берег моря. Козьма Прутков не зря сказал, зри в коре. Корнями вылечит и грипп, и геморрой. Олег Геннадьевич, наш доктор дорогой. Олег Геннадьевич. Я к вам. Я просто... Вопрос хочу задать. Да. Можно, да? Да. Куда делаться, да? Да, да, да. Ну, я при всех. Как вы любите. Просто днем до вас. Не добраться там, вы знаете, женские тренинги постоянно нарушают. Я смотрю, сейчас очередь была. О, нет, уже. В общем... Понимаете, мы тут сейчас КВН готовили, вроде все благости такие, а я вот прям злюсь постоянно, бесит, могу дать бесит. Сейчас я про диагноз... Просто гнев какой-то постоянный, я не знаю, что у меня вот лицо красное даже, нос красный. Что со мной не так? У вас плохой морс. А, понятно. А у меня еще понос целый день, кстати. Так, сейчас я протекну сверху. Так. Ниже смотрим, ниже, нижняя часть тела. Так. У вас плохой сникерс. Ну да, зря я его 86 ел, конечно. Да, что вы делаете? Я тогда к вам, к вашим ребятам, там в 49-й кабинет зайду, тогда уже какой-нибудь сникерс удалить. Да, конечно. Спасибо. Я там слышал, у вас говорит, волшебная трава есть, трава номер один. Да, есть, да. Спасибо, приходи. Ну что ж, заглянем в 49-й корпус. Или уже там, наверное, да? Там 49-й корпус, второй этаж. Привези. Здравствуйте, доктор. Можно мне траву номер один? Спасибо. Следующий. Кричит аюрведущий.
всех здесь объединяло стремление к счастью. Давайте сейчас создадим еще немножечко счастья, подарим тепло своих сердец друг другу, и мир станет еще чуть-чуть лучше. Возвышенный.